Сегодня днем была совершена провокация в адрес нашей страны. Мы подобного не потерпим. Мы будем отвечать и отвечать очень жестоко. Слава Арстоцке! Смерть врагу! Нам сказали, что это будет быстрая победа. Нас уверяли, что все закончится очень быстро. Нам говорили, что после этого мы будем жить долго и счастливо. Но что в итоге? Что в итоге? Да, мы победили. Но победили какой ценой? Все, что нам досталось, это руины. Одни руины и ни единой человеческой души. Атмосфера в воздухе изменилась. И теперь дышать стало почти невозможно. Мир снаружи превратился в выжженную помойку былого величия. И за что нам такое? За что нам все это? Те, кто стояли там, наверху, явно не понимали, каким последствиям это все приведет. Нет, конечно, нашлись те, кто смогли адаптироваться к новым условиям, но большинство все-таки не смогло. Мне повезло. Я более-менее смог. Да и природа отчасти тоже. В этом аду я потерял почти всех, кого знал. И как мне теперь жить? Как мне теперь жить на этой земле? Этим же вопросом задаюсь не только я, но и многие другие. А пока все, что я могу делать, это гулять по руинам былого величия. Почему мы не восстанавливаемся? Ну, частично мы все-таки восстановились. Но для полного восстановления уйдут сотни и даже тысячи лет. И зачем это было надо? Тем более, что те, кто это начали, их-то уже давно нету в живых. А мы сидим, живем и пожинаем их плоды. Спасибо вам. Спасибо за то, что довели нас до такого состояния этой бессмысленной войной.